Несколько лет назад у нас дома были приглашены одна семья. И во время трапезы я сказал семье, что смотрите, я показал на Талмуд, на Вавилонский Талмуд, который у меня находился как бы дома. Я им показываю и говорю, что смотрите, вот этот устный Тора, который Моше Рабейну спустил от горы Синай, это тот Талмуд, тот как бы изучение, тот мудрость, который мы изучаем в Ешивот, изучается в хедрах уже с маленьких лет. Мишна, Гемара – это то, в принципе, на что основана вся наша Тора, вся наш, весь, в принципе, наш иудаизм. И особенно я показывал это сыну, который тоже сидел как бы за столом. Это были родители, их дети. И старшему сыну я ему показал особенно, смотри, говорю, это вот эта как бы книжка. Эти книжки. И в конце я ему говорю, дай Бог, я тебе желаю, чтобы ты тоже удостоился изучать этих книг, чтобы ты тоже смог изучать и знать, что все внутри написано. Хорошее благословение. Так, этот мальчик, тогда ему было 11-12 лет, вот так. Что мы себе представили, эта семья, традиционная семья, они как бы не то, что там чрезмерно религиозные и так далее, но как бы традиционная семья, которая поддерживается как бы законом Торы и так далее, но никогда не были, скажем так, чрезмерно глубоко в традициях изучения Торы, важность изучения Торы и как бы, основ, как бы таких именно фундаментальных, как бы никогда не жили в серьезном как бы ортодоксальном, скажем так, обществе и так далее. И я ему говорю, вот это благословение этому парню. И этот парень возвращается ко мне и говорит мне, Моше, а зачем мне изучать эти книги? Разве это даст мне больше разума или поможет мне как-то зарабатывать больше денег? Для меня был такой шок. Я ему говорю, при чем тут деньги? При чем тут вообще у меня даже не было мысли как бы такого. Короче, если это не даст мне никакого как бы, смысла как бы, зарабатывать денег, зачем мне это изучать? Эта история, которая произошла несколько лет тому назад, у меня постоянно проходит в голове ответ этого парня, которому было всего лишь 11-12 лет. Его ответ был настолько поразительный, который дал меня задуматься над очень важной темой, которую мы с Божьей помощью сегодня перед Йом-Кипуром бы хотели бы с вами обсуждать. Я все равно думал об этом, то что почему этот парень не задал себе вопрос, а что внутри написано Моше? Есть ли там что-то интересное, истории, законы? Есть ли какая-то вещь, которая меня поможет улучшаться в моей жизни, чтобы я был лучшим человеком? Чтобы я помог другим? Или что-то в жизни, в каких-то сферах, в школе поможет, или в университете поможет, или где-то какой-то мудрость даст мне, или что такое. Не было абсолютно всех этих вопросов. А этому парню единственное, что у него в голову как бы пришло, и я не сужу, не дай Бог, я просто хочу понять, как бы, сразу как врач, просто понять проблему, анализировать, скажем так. Говорю, почему этот парень сказал именно о деньгах? О, даст мне это какую-то возможность зарабатывать какие-то деньги? Даст мне это на самом деле возможность или нет? Через некоторое время я понял на самом деле глубину этого, как бы, смысла, как бы то, что этот парень на самом деле сказал. Почему он на самом деле этого сказал? А смысл был именно в том, то, что если человек слышит, живет сам, или слышит от родителей, или как бы его жизнь, его окружающем мире, единственная вещь, то, что вокруг человека на самом деле кружится, это деньги, то все то, что человек делает в принципе в этой жизни, любая вещь, любая сторона, любая учеба, любое отношение с людьми, и большинство как бы вещей, это все кружится возле одной темы, как мне заработать больше денег. И нету даже у человека такой именно реальности, да, есть что-то кроме этого.
Даже нет в это каких-то мыслях, а можно ли посмотреть что-то. Я не говорю, что это все так и все так, но просто в этом паране было это настолько именно явно. Есть как бы другие примеры тоже в нашем окружающем мире, если посмотрим, видим экстремальных именно примеров к этому всему. Но просто, мне кажется, это очень явно то, что если жизнь человека определенным образом именно идет, это, в принципе, то, что человек вокруг себя именно видит. Психологи в разных как бы поколениях, они давали цели как бы жизни, они определяли то, что цель, почему человек вообще живет, в чем идет как бы его мысли, это какие-то страсти или это какие-то идеологии. Каждый именно давали разные еврейские как бы психологи. Но как бы ни было, это в принципе об этом все уже Тора говорил уже 3000 лет тому назад, и все уже записано, Тора, мы уже знали уже давным-давно все эти вещи. Но эти даже психологи все тоже они проявляли, как именно мотором, что двигает именно человека всеми вещами. Сегодняшний день мы видим, как с чем именно большинством, миллиардом людей, чем именно двигает, это деньги. Есть некоторые люди, которые действительно, их жизнь, то, что двигает, это страсти. Страсти к женщинам, к страсти к разным именно развлечениям, страсти, как бы, иногда это может быть даже уже в больном именно состоянии, как игры и так далее. Есть определенные вещи, чем именно двигает именно человек. Но нам всем ясно то, что человеческая жизнь, она кружится возле одной темы. Возле одной темы, и это может быть годами, 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 и может быть человек так с детства, и 120 лет идет определенное течение, куда он тянет свою жизнь. Все остальные вещи, это может быть, как, скажем так, украшение на тортом, скажем так. Но не основной. Основной весь фрукт, основной, куда человек именно идет, и идет его тяжко и так далее. Конечно же, еще раз я хочу тут заметить, в разных как бы параметрах есть одна сила, которая именно тянет именно человек. И вот эта сила, дорогие друзья, наши мудрецы в разных местах, они определяют как жизнь человека. Жизнь человека. Что такое жизнь человека? Я слышал на этой неделе от нашего раввина в нашей общине невероятное большое объяснение к этому всему. Это настолько красиво и настолько вот элегантно можно понять после этого определения, где при тебе на жизнь. Сказал наш раввин, рав Давид Робертс Шлита, то, что если ты хочешь понять, где жизнь человека, посмотри, есть ли в твоей жизни определенные занятия, определенные как бы вещи, которые человек занимается этим. И настолько он в состоянии заниматься этими вещами, что он может просто до уж бессилия, до уже падает уже ногами и руками уже, и уже засыпает над этими занятиями, этими вещами. Если настолько человек в состоянии отдавать себя для этой вещи, знай, что там есть жизнь человека. Там есть эта вещь, где чем человек живет. Есть люди, которые настолько они внутри, особенно люди, как бы молодежь в переходном возрасте и так далее, которые настолько сильны в компьютерных играх, они могут 2-3 часа, я видел моими глазами этих людей, 2-3 часа могут спать, 2-3 часа кушать хлеб и огурцы весь именно их день и больше ничего, все остальное время просто компьютерные игры. Человек засыпает, просыпается именно в этом. И он может жить вот так, он кайфует этим. Есть люди, которые точно так же помешаны в деньгах. Они могут весь жизнь, весь абсолютно жизнь отдавать ради того, что зарабатывать деньги. Даже без цели для чего-то. Цели, в чем сам просто зарабатывание денег. Не потому, что цель как бы достичь чего-то с помощью денег, а весь цель именно есть деньги. И они отдают полностью себя, их энергию, их жизнь, бессонные ночи и все энергии, без того, что они могут пойти куда-то отдохнуть и так далее. Сколько миллионеров, можете посмотреть в интернете, узнавать их, пройти чуть-чуть research, столько у них есть время для отдыха в течение года. Этим миром, этими деньгами они еле-еле могут вообще наслаждаться. Но что они отдают полностью ради этого? Это их жизнь, где именно заключается жизнь. И каждый из нас может найти в себе
определенная вещь, где есть на самом деле жизнь человека, где кипит на самом деле его душа. Это же вариант, дорогие друзья, может быть и в хорошую сторону. И человек, который кипит тем, то, что помочь именно другим, он готов именно ночами не спать и отдавать все энергии, все ради кого-то другого, ради людей, ради народа, ради еврейского народа. Есть люди, которые так, в изучении Торы, они могут часами, часами бессонной ночью провести и просто до того момента, как уже не падают именно от усталости, изучением именно Торы. Разные люди отдают свою жизнь в разную сторону. Или же другие же определяющие вещи, которые можем себе это тоже дать. Если бы дали бы человеку 100 миллионов долларов, чтобы каждый из нас спросит себя, что бы я бы сделал бы с этими деньгами. Вот эта вещь, это есть в принципе на жизнь. И сейчас этим примером, дорогие друзья, можем понять этого парня, который действительно, он сказал то, что Моше, зачем мне изучать Талмуд? Даст ли мне это что для моей зарабатывания денег? Моя жизнь кружится уже с детства от денег. И так живут большинство людей, 99% всего человечества. То, что все кружится вокруг этого. И если это не дает мне, зачем оно мне? Дорогие друзья, через несколько дней мы заходим в один из самых святых и высоких дней, которые у нас есть в течение года. Это есть Йом Кипуры, День Раскаяния. В Рош ха-Шана Йом Кипур мы пишем и говорим то, что Творец, запиши нас в книге жизни. Мы уже упомянули в прошлом уроке, открывается книга жизни, книга смерти. В молитвах мы постоянно просим о жизни. Мы в прошлой неделе дали одно объяснение на самом деле, что это такое жизнь, о чем идет судиться на самом деле человек в Рош ха-Шана. Но очень многие наши мудрецы объясняют жизнь, которая решается в день Рош ха-Шаны и Йом-Кипура. И в Рош ха-Шана это решается, и Йом-Кипур идет именно окончательно, именно печать. И нам дается 10 дней раскаяния от Рош ха-Шаны до Йом-Кипура. И еще в сам день Йом-Кипура у нас есть обязательство раскаяния. Всему этому, всех этих дней Рош ха-Шаны и 10 дней раскаяния, сам Йом-Кипур есть один цель, дорогие друзья. Засматриваться в нашу жизнь и понять в нашей жизни, настолько мы связаны источником жизни, настоящей жизни. И настолько мы далеки от него и настолько мы близки на самом деле к нему. Объясняю. Источник жизни, дорогие друзья, это Творец. Творец, который создал нас и дал нам Тору, избрал нас и всех народов. И Он дал нам инструкции, через какие инструкции мы можем быть связаны в этом Алмате Шикра, в этом мире, который наши мудрецы определяют как мир лжа. В этом мире, который мы приехали, мы спустились в этом мире, где у нас есть со всех сторон испытаний. И цель всего нашего прихода в этом мире, чтобы пройти эти испытания и достичь с Божьей помощью будущего мира. У нас есть определенная задача при сотворении, когда Творец нас сотворил. Не может быть то, что все то, что человек делает в этом мире, даже человек создает часы, у него есть определенная цель. Разве что может быть то, что Творец создал такое невероятно большое творение, так как человек, и оно без цели, без никакой цели, для чего он должен жить. Мы понимаем, что есть цель ко всему этому. Цель ко всему этому, чтобы мы прошли эти испытания в этом, да, в этом темном мире, в этом запутанном мире, в этом непонятном мире. Мире, где оно весь ложь, все абсолютно покрыто, вся истина не видна здесь. И проявить желание Творца в этом мире. И делать Его желание, и пройти эти испытания, и делать Его желание в этом мире. Приближаться к Нему в этом мире. И, конечно, в итоге
удостаиваться будущего мира даже с Божьей помощью. Нам было дано, дорогие друзья, 60, 70, 80 лет для жизни в этом запутанном мире, где куча вещей отвлекает человека от той цели, для чего человек приехал в этом мире. И из-за большой милости Творца по отношению к нам, Творец дает нам день Йом-Кипура, который есть пик абсолютно всего, всех этих дней раскаяния, Рош-Ха-Шана, и до этого Слихот, и весь месяц Элуль. Что мы сказали себе, остановись, можешь остановись. Куда идет твои цели? Куда идет этот рельс? Куда идет твое течение твоей жизни? Настолько я связан с той целью, которую я, в принципе, должен делать в этом мире. И настолько я отдалился от той истинной цели, которой, для чего против я живу, в принципе, почему я приехал в этом мире. Настолько я окунулся в этом материальном мире. Настолько мое тело властвует над моей душой. И это день, который каждый из нас в маленьком, большом мире, как бы ни было из обязательства, как наши мудрецы говорят, Рамбам прямо образом написано, обязательство раскаиваться. Раскаяние в Йом-Кипур, дорогие друзья, это показывает нам, что такое, когда человек раскаивается, в чем должен человек раскаиваться. На немецком есть очень правильное выражение, она чува, это руккея, это возвращение. Это не только я раскаиваюсь в том, что я делал, я возвращаюсь обратно кому? Источнику моей жизни. Я обратно возвращаюсь к этому, куда я, в принципе, должен именно находиться. Именно как раз потому, что мы в течение года, мы сильно окуняемся в этом мире, и, понятно, каждый из нас делает свои дела, работа, дети, семья, вокруг кружится много соблазней. И да, может быть, человек может упасть в определенных именно уловках Ецарары, в тех разных именно моментах. Приходит этот великий день, который говорит человеку, другой еврей, посмотри себе в зеркало чуть-чуть. Для тебя же. Для тебя же. Чтоб ты достиг твоей цели, для чего ты приехал. Очнись и возвращайся обратно к той цели, которой ты на самом деле приехал в этом мире. И это есть на самом деле тот чува, тот именно раскаяние, тот возвращение обратно, которое мы говорим, удостоит Творец нас записаться в книге жизни, в книге источника жизни. Где есть источник жизни? Ты есть Творец. Твои желания – это источник жизни. Я бы хотел бы чуть-чуть объяснить это все, эти вещи, то, что мы сейчас говорим. И с Божьей помощью, может быть, понять определенных, может быть, путей для нашей жизни практически, куда мы можем это взяться, куда мы можем на самом деле направить на самом деле эти вещи правильным образом. Дорогие друзья, как мы видим вот в примере этого парня, это, конечно же, это парень, маленький ребенок был тогда, я не знаю, с ним уже давно не общался, но как бы было очень явным образом, куда на самом деле жизнь идет. Я бы хотел вам рассказать одну историю, это история про взрослого человека. Я хотел просто этот пример чрезмерно экстремальный, но этот экстремальный пример дает нам настолько большую четкость понять, настолько может жизнь человека, настолько этот мир может в буквальном смысле засасывать просто человека в не ту абсолютную сторону. Мне рассказал один мой очень близкий друг о своем друге, то, что у него есть один знакомый, который уже несколько лет его не видел. И их пути как бы разошлись, они были в молодости как бы вместе, и оба были, как бы, один был больше соблюдающий, другой как бы меньше и так далее. Один потом поехал как бы
себя и я не знаю, потом поехал как бы в Ешиву и так далее, и Борух Хашем Хазар Бетшува, он очень сильно усиливался и так далее, стал как бы более именно, стал именно очень сильным как бы парнем в изучении Торы, и Чува, и все, все, мамаш, Борух Хашем поднимается, поднимается. И через некоторое время эти парни, как бы, этот парень, который уже был в Ешиве и так далее, встречается опять с этим другом, который уже как, не знаю, около 10 лет, я не знаю, сколько лет, но как бы, там, они как бы, давно как бы, не виделись вместе. И теперь они рассказывают друг другу, чем ты занимаешься и так далее. Вот этот парень, который, скажем так, по его словам, я так понял, он уже сейчас абсолютно нерелигиозный. Раньше был он хотя бы чуть-чуть, как бы что-то соблюдал, сейчас абсолютно просто ноль, то абсолютно ничего. Рассказывает ему следующую вещь. Когда я работаю, у меня хорошая зарплата, я очень сильно доволен, и так далее. И весь мой жизнь, все мои зарплаты, то, что у меня есть, я плачу как бы для моего как бы, квартиры, чтобы я это делал. И все остальное деньги, дорогие друзья, я инвестирую в акциях. В акциях. И настолько этот человек, настолько этот парень, настолько сильно как бы, поднялся, то, что он уже стал чрезмерно состоятельным, он очень чрезмерно стал успешным. Чрезмерно успешным. Очень мама же меня поднимает каждый год, каждый месяц еще добавляет. И уже, скажем так, стал уже на ноги. Если он, так и в основном, если он как бы, продает как бы, все его акции, у него будет очень-очень большая сумма в своих руках. Дорогие друзья, рассказывай мне это парень. Говорит, этот человек, этот парень, который занимается акциями, абсолютно ничем не питается. Его еда – это хлеб и вода. Все остальные деньги, все то, что у него заходит от зарплаты, уборщить свою зарплату, уборщить свое имущество, богатство, больше инвестировать и все время находиться в этом – как мы можем больше зарабатывать и стать именно больше, именно богатым. Потом говорит мне, Моше, говорит, я заметил на него, у него была куртка 10-летней давности. И он одет, говорит, очень просто, очень абсолютно, я не знаю, для чего это все для него. И он говорит, все то, что он видит в своих глазах, это все, говорит, акция. Все, это чем человек дышит. Вау, я когда услышал этот вещь, я такие, вау, вот это уже перешел, говорю, все границы, как бы человек уже перешел, уже все, как бы человек не тратит на себя, у него нет нормальной жизни, он не наслаждается тем, что он не покупает нормальную еду, он уже отошел как бы от всего, от друзей, от того, как бы, думаешь, а что с ним произошло? Макара, нормальный. Если бы сказал бы человеку до этого, зачем тебе деньги? Да, мне нужны деньги для чего? Для того, чтобы жить, чтобы квартиру себе купить, для того, чтобы семью построить. Абсолютно ничего человеку не интересно. Абсолютно даже себе еду не покупает, нормальный хлеб и вода для этого заканчивается. Он может себе позволить покупать себе дорогие вещи и так далее, но все то, что он видит, это вот это. Я потом понял, так смотри, настолько эта жизнь может обмануть человека и захватить человека, и даже человек не видит ничего за 2 метра, что он вообще делает? Что он вообще делает? Да, ты станешь еще больше миллионером, потом 10 миллионов, то 100 миллионов, то 200 миллионов, и потом что? Потом все, заканчивается через 90 лет, до свидания, и это весь жизнь? Не насладиться. Хотя окей, Олам Аба ты не хочешь, Творца не хочешь. Не хочешь будущего мира, не хочешь это, не веришь или веришь, я не знаю, что там этот. Но хотя бы этот мир наслаждается, что весь жизнь ты пришел, как бы живешь, я же не говорю, почему ты пришел и так далее. Но просто вот этот шигаон, вот это сумасшествие, вот эта иллюзия, вот эта какая-то вещь настолько захватила, что ты закрывает человек глаза абсолютно на все ради того, чтобы он имел деньги. Я понимаю, одна цель, когда человек зарабатывает ради определенной цели, это одно дело. Но настолько может человек просто отдавать себя, настолько этот, вау. Мы видим, дорогие друзья, настолько это сильная вещь.
Настолько это сильная вещь, как мир в состоянии захватить человека. До такого момента, что он абсолютно ничего не видит вокруг себя. И я не хочу сейчас более экстремальные примеры привести, когда люди настолько в этом мире захвачены, то, что не дай Бог, это может даже привести к очень страшным вещам. Люди рискуют своей жизни, чтобы зарабатывать деньги или достичь определенных целей, подставляя себе под жизненную опасность. Или, дай Бог, навредить телесно или морально, или любыми средствами других для того, чтобы достичь своих целей. Получается, до этого, дорогие друзья, у них даже не было этих мыслей, что это может быть или могут прийти до такого момента. Но что мир, ну, настолько опасный, настолько тут есть соблазн, настолько этот человек может в буквальном смысле, то, что я сказал до этого, это слово, засасывать человека. И человек даже не понимает, а в чем проблема? Мабая, это нормально. Спроси этого человека, да, это нормально. Это нормальное состояние. Приходит тебе Йом-Кипур, мой дорогой еврей, говорит, даже если ты находишься до этого момента, до любого места твоей жизни, очнись. Для этого мира есть цель, для чего ты пришел. Для этого мира есть предназначение, почему Творец тебя привел в этом мире. Не теряйся в этом мире. Это так, как отец, который дает своему сыну деньги, сынок, иди, пожалуйста, купи нам хлеб. Есть деньги, должен привезти хлеб, вернуться обратно. Он пошел за эти деньги. Вместо того, чтобы хлеб купить, идет тратить для своих игрушек. Идет гулять с своими друзьями. Идет возвращаться через 10 часов, вместо того, что прийти обратно к семье и давать хлеб на столе. Он идет, и не думая о семье, не думая об этом, думает о своем каких-то шиганах, каких-то этих, и забывает тот вещь, для чего он поехал, потом возвращается домой. Сынок, где хлеб? Ой, папа, да, нужно было хлеб привезти. Я забыл. Я просто встретил на улице моего друга, мы пошли купили игрушку, и после этих игрушками пошли вместе играться. И вот, извини, я задержался уже как 10 часов. Сынок, у тебя была задача? У тебя была задача? У тебя определенная вещь. Это не просто задал, чтобы ты хлеб привез. Это для тебя же. Для тебя же я сказал, чтобы ты наелся, сейчас ты голодный. Нет у тебя хлеба, нет у тебя денег. Ничего не осталось. Друзья, если мы не это используем, а для чего же человеческая жизнь? Для чего же тогда человеческая жизнь? Приходит тебе Йом-Кипур, говорит, остановись, еврей. Остановись, мой дорогой еврей. Подумай, куда идет твои рельсы. Куда идут твои направления. Правильно ли идет это все? Правильно, действительно, задумайся об этом. Задумайся. Для чего я пришел в этом мире? Правильно ли то, что я делаю? Моя общая жизнь, моя жизнь, он правильный или нет? Это здорово или нет? Это не вредит ли мне, конечно, медок, или я, мамаш, запутался в этом мире? Друзья, наши мудрецы определяют, мы уже говорили так много о денег, я просто еще добавлю один момент. Есть два типа, на самом деле, зарабатывать цели зарабатывания денег. Цель один. Зарабатывать деньги ради определенной цели. И это здорово. Это есть эта страсть. И каждому нужно это. Но второй, который опасный, это зарабатывать денег ради же денег. Это то, что может умертвлять человека. Есть, дорогие друзья, страсти к другому на самом деле полу. Это правильно, правильных именно мерках. Когда это переходит границы, это вредно человеку, это вредно миру. Это вредно, это идет человек против желания Творца. И настолько это может быть страшным грехом пойти против желания Творца, дорогие друзья. У нас даже те наказания, дорогие друзья, которые написаны у нас в Торе, ради определенных грехов. Чтобы мы не думали, то, что это в принципе тот наказание, которое человек должен получить ради этого греха. Наши мудрецы явным образом пишут, то, что это абсолютно не так. Если человек не соблюдает определенную вещь, и Тора мы открываем и видим определенные наказания, и мы думаем, то, что если был бы храм и полагался бы человеку определенные наказания, это есть в принципе... Да, человек пошел, допустим, на трамвай не так, ему дали там 40 долларов, 40 евро, дали ему штраф, все, это наказание, все, больше нет. Это то, что консеквенс, то, что называется.
И мы думаем, что это есть консеквенс, это в принципе тот консеквенс, который должен именно грех на собой нести. Это не так, дорогие друзья. Влияние, которое мы делаем через грех, это настолько сильное. Это абсолютно невозможно через вот, этот, вот это наказание как бы искуплять. Это, и не то, что искуплять, это не равно как бы один другому. Но что? Через тем, то, что дается человеку такое наказание, есть определенные грехи, которые мамочка это как наказание. Но в основном это что? В основном это опять проявление освящения имя Творца. То, что да, что человек делал что-то не так, и ему полагается на самом деле определенный грех. Да, действительно ему полагается определенный грех, что как Тора неоднократно повторяет, и дай наказание этому человеку, и убери зл, и увидят люди эту вещь, то, что человек, который делает плохую вещь, ему дается наказание, и убери зло через от тебя, среди тебя, среди вас, уберите зло среди вас. Чтобы человек не сказал, а, можно пойти против желания Творца. Сегодня, почему это настолько страшно, дорогие друзья? Человек ничего не делает, что-то против желания Творца, ничего не полагается. Мама кара, что-то упал сверху. Человек не понимает то, что это всего лишь Творец продвигает его милосердие для человека. Продвигает, он отодвигает Творец его ярость. Здесь, в этом мире, в будущем мире. Система, дорогие друзья, которую Творец сотворил, мы не можем никуда убежать, хотим, не хотим, это так построен этот мир. И Творец несколько раз уже в своей истории, в своей Торе, и потом там везде нам показывал, как человек, который идет по желаниям Творца, ему дается заслуга, и который идет против этого, дается наказание. Хотим или не хотим, думаем или так, или не думаем, это есть реальность. Или человек осознает и этим согласен, и идет по этим путям, или не дай Бог. И, дорогие друзья, точно так же, когда мы переходим за границами, это за границами выходить, это есть, когда мы переходим желание Творца. Потому что желание Творца находиться в этом мире, и чтобы у тебя жизнь ходила по меркам, по правильным путям, по правильным пропорциям, и чтобы у тебя было все. Деньги? Ради определенной цели. Страсти, ради определенной цели, с определенными людьми, с определенным этим образом во время и так далее. Наслаждаться этим миром. Бевадай, ты должен наслаждаться. Как? Шаббат, хагим. Иди наслаждай твоих детей, твою семью, дай им радости. Бевадай, делай эти мицвот. Делай все. Но проблема начинается, когда этот мир настолько захватывает нас, и мы выходим через рамок, дорогие друзья. И приходит тебе Иерушалаем Кипур, он говорит, еврей, возвращайся в свои колоподы, возвращайся в свои мерки, свой путь, свои рельсы поставь правильно. Свои рельсы возвращайся обратно. Это не тот рельс, который для тебя хорошо. Это вредит тебе. И в этом то, что судится, в этом то, что Творец ждет именно в это время от нас, от Иша к Нему. Что значит, когда мы, евреи, делаем один шаг по отношению к Творцу, когда мы раскаиваемся даже в маленьком вещи, дорогие, маленькие вещи, мы этим показываем. Абба Башамай, Творец, наш Отец, наш Король, да, я согрешил, да, было это не так. Мой подход, мое отношение к этим вещам было абсолютно против твоего желания. Это было противно, действительно, это было неправильно, это было... Извини меня, прости меня. Ашамну, Багану, Хатану, Авити, Пашаты, я согрешил, я да, было плохо, Ашем. Я беру на себя, больше это никогда не делать. И человек берет на себя, что никогда больше не повторит эту вещь. Это даже маленькая вещь, дорогие друзья, маленькая вещь. Но этим и показывает Творец. Я хочу возвращаться к правильной рельсе. Я хочу соединяться опять с моим источником жизни. Я хочу возвращаться туда. Я хочу правильно еще раз посмотреть на мою жизнь здоровым образом, здоровыми глазами, так как ты желаешь этот мир. Так как ты хочешь, чтобы я смотрел этот мир. Я хочу привести к этому несколько примеров, чтобы мы поняли, может быть, чуть-чуть глубже, чуть-чуть больше это все. Дорогие друзья, как я уже сказал, этот мир – это мир лжа. Этот мир продает со всех сторон ложь, в буквальном смысле. Что такое ложь?
Ложь — это значит то, что он показывает тебе настолько правильно, настолько приятно, настолько хорошо, настолько это кайф дает и наслаждение дает определенные вещи. Все вещи, которые, примеры, которые мы привели, я еще дополнительно еще к этому. И этот мир называется шекер, это ложь. А истина, оно внутри. Оно все закрыто, покрыто. Задача еврея – это все вытаскивать. И жить внутренней жизнью. Потому что действительно, если задумаемся мы в нашей жизни, мы тоже поймем то, что действительно правда – это ничего. Все то, что человечество продает нам, это марфуфло, извините меня за выражение. Это мамаш, ничего абсолютно. Задумается человек, задает человек этот вопрос там миллиардам людьми, разве они все что сумасшедшие, они что, все идут, что неправильно? Да. Да, да, да. Это есть. Я что, должен относиться к даже не 1%, 0,001 какой-то процент человечества, который хочет жить по правильным на пути? Другой, да. Ради тебя же. Ради тебя же. Мы же неоднократно показали, что мы да можем этого делать, потому что мы все дети Авраама Авину. Дорогие друзья, что это значит увидеть истину, что увидеть правильный путь в этой жизни, в этом мире, который полно абсолютно ложь? Человек, который... Любой грех, который мы делаем в нашей жизни, который человек делает в своей жизни, этот грех, это есть вот эта ложь, которую мы еще с вами называем. Это тот есть, скажем так, иллюзия, которой Ецарара, наш злой соблазн, плохой соблазн, забирает нас и возит нас в то, что дает нам, скажем так, уверенность, что мы да можем на самом деле через этот путь быть успешным. Что это то, что даст нам радость. Это то, что даст нам тот именно счастье, который, может быть, мы ищем в этой вещи. Дадим просто простейший пример. Вещь, которая... Банальная вещь, которая... Самая-самая простая вещь, что называется еда. Еда. Еда – это вещь, которая очень сильно захватывает человека. Человек, который не смотрит на самом деле Тору, абсолютно нет. Посмотри чисто вот этот мир, посмотри, выходи просто на улицу, посмотри, что происходит в ресторанах, что происходит в нормальное именно состояние – это что? Это еда, это путь, и будет как наслаждение, именно самоудовлетворение самого же себя. Я был голодный, я сейчас насытился, мне было это вкусно, я покушал, я хочу в Макдональдс пойти, я хочу в Бургер Кинг пойти, в этом пойти. Это потому, что определенная еда дает мне какое-то наслаждение лучше, это больше, это меньше. Эти те критерии, которые на самом деле человек смотрит на эту вещь, как еда. И теперь... Это то, что, в принципе, все идут, весь абсолютно мир идет об этим. И это, в принципе, тот животный, скажем так, страсть, который тянет уже нас всех. Но открываем мы сейчас Тору, где проявляется желание Творца. И мы видим, как Творец в своем книге, в своем геморе, в своем мишне, в своем устном Торе, писанном Торе, он говорит «Веахалта, весавата, уверахта». Открываем мы Тору, который мы получили на горе Синай, этот Творец пишет нам, мой дорогой еврей, знай, ты покушаешь, ты насладишься, не забывай благословить. Уберахта, и ты будешь благословлять. Должен благословлять. Благословляет Творец. В этом мире посмотрим, где благословлять, кому благословлять. Выходи на улице, в ресторане, посмотри, какой благословлять. Как это Творец сказал, зачем мне оно, если это не даст деньги? В этом мире ничего не показывает мне, кроме денег. Еда мне ничего не показывает, кроме того, чтобы я наслаждался. И ты говоришь мне благословлять. Что благословлять? А ты при этом берешь, чуть-чуть еще глубже смотришь, а почему благословлять? Что Творец хочет в действительности? Что Он желает от меня? Вот другой еврей знает что? Благословлять Беркат Амазон. Потому что еда это не только путь самонаслаждения. Это не путь только самоудовлетворения. В еде ты видишь руку Творца. Когда я беру вот это яблоко,
Я вижу, что, вау, яблоко был сотворен от Творца. Настолько красиво, настолько чудесно, настолько он великолепный. Это не только мой страсть, которую я беру себе. Я вижу, открываю глаза. Я открываю глаза на моменты, которые я до этого абсолютно не видел. Оказывается, там есть милость Творца. Там есть хесед Творца. Там есть тот отношение, тот именно любовь, который Творец этого мира дает мне лично. И потом задаю себе вопрос, подожди, а мир вообще кому принадлежит? Меня или Творцу? Творцу принадлежит этот мир. И Творец говорит, если человек кушает без того, что он благословляет, как будто ворует от Кнессет Исраэль, он вор, он является вором. Тебе все равно все принадлежит. Тебе все принадлежит. И он становится другом Яровам бен Неват. Почему ворует? Потому что от тебя не принадлежит. Яблоко от тебя не принадлежит. Но знаешь что? Яблоко мне не принадлежит. Но я могу, так как кому-то я хочу что-то попросить, я могу попросить от Творца разрешения от этого. Я говорю браху. Барух ата Ашем. Элокейну мелех ха-олам. Боре перьяец. После этого, как я благословляю, я вижу, что я могу сейчас покушать это яблоко, потому что я взял разрешение от Творца, кому принадлежит вот это яблоко. И после этого я это покушал, и я насладился, и я получил энергию, я получил все то, что было в этом яблоке. Потом приходит Берахта, благословляй. Берахта в яблоке – это не от Торы, от наших мудрецов, но благословляй. Почему? Спасибо. Я насладился. Я начинаю изучать, что я должен благодарить то, что я получил. Мы смотрим разницу, дорогие друзья, как Тора, Хашем, желание Творца в этом мире, как он хочет бы, чтобы еврей жил, и как мир продает блеф, как мир живет в лже. Мир говорит тебе, наслаждайся, покушай, чао, до свидания, следующая станция. Говорит Тора, нет, есть еще больше в этом мире. Будь благодарным человеком. Осознавай, что есть Творец в этом мире. Этим абсолютно два подхода, дорогие друзья. Твое мышление, твое понятие идет уже в правильных мерках, в правильных русах становится. Беря на себя маленькие благословения, то, что Ашем, я хочу благословлять каждый раз, когда я беру яблоко. Боре пряец, каждый раз, когда беру эмоции, я благословляю, я хочу хлеб покушать, я мою себе руки, я говорю, алитлет ядайм, я хочу быть в этом деле с тобой. Кроме всех гигантских благословений, которые у нас есть, в Биркат Амазоне и после Ашерия Цар и так далее, дорогие друзья. Я этим показываю, что я хочу увидеть на самом деле этот мир другими глазами. Этот мир абсолютно не так, как этот мир на самом деле продает. Я не хочу больше жить в этом лже. Я хочу вернуться источником жизни. Я хочу прилипаться к тебе. И это тот чува, дорогие друзья. Тот чува. А когда мы по-настоящему будем делать чува, дорогие друзья, знаете, что происходит? Невероятная вещь я хочу вам рассказать, Баймет. Ло юман ки супар. Творец удостоил меня сегодня посмотреть в книге Бейта Леви. Книга Бейта Леви, хидуш, который просто невероятно. Бейта Леви пишет, дорогие друзья, написано в наших молитвах, которые мы молимся. Утшува, утфила, утстака, мавирим эт роа акзерот. Чува, раскаяние, цдака, милосердие, человек, который помогает другим, цдака и молитва убирают все плохие приказы, которые были сверху. Мавирин, они отвозят. Мавирин, это роакзера, это плохие приказы, которые были сверху. Говорит нам Бейта Леви, дорогие друзья, кодыш кодашим, Бейта Леви, говорит нам, знаешь, мой еврей, что такое мавирин, это роакзера? Ты сделаешь чуву. Знаешь, что ты сейчас натворил наверху? Мавирин, это роакзера, это значит, то, что от сверху, минашамаем, было
записана определенная плохой вещь, которая должен был бы прийти на человека. Определенная плохой вещь. Должен прийти в этом году, не дай Бог, определенная плохой вещь на человека. Говорит нам Бейт Халеви, что мы говорим? Через чува, тфила у цдака. Через этих трех путей, когда мы эти вещи делаем, человек раскаивается в этой вещи. Знаете, что происходит? Творец не только убирает плохие наказания, плохие приказы, которые были. Этот приказ от Творца остается, и он превращается в благословение. Приказ не отменяется, приказ действительно такой. Но что? Этот же приказ, который был, вместо того, что должен был бы произойти, что? Гзера, бероа, роа, в плохом именно смысле, оно идет все абсолютно наоборот. Это то же самое, как сказать на русском, можно повесить человека, не дай Бог, дать ему наказание повесить, или можно возвысить человека. Легарим это рож, можно его возвысить, этого человека, вместо того, чтобы повесить его. То же самое, буква слов, да, именно очень сильно похоже то, что на иврите то же самое. Но можно возвысить человека. Понимаем, что мы сделаем через чува, дорогие друзья? Маленький вещь человек берет, мы никогда не знаем, какое наказание должно было быть в этом прийти человеку в этом году. И чува, маленькие изменения, когда мы возвращаемся источником жизни, дорогие друзья, мы можем поменять настолько много и настолько хорошие вещи, которые мы даже у нас даже понятия вообще. Пэмэт, ло юман кейсупа. К этому, дорогие друзья, я бы хотел бы еще один чрезмерно важный момент заметить, который мне сильно помогло. Я только в этом году на самом деле понял. Мы в прошлом году говорили об этом очень много. Как делать именно чуву. Но есть определенная вещь, которую я понял в себе, и потом понял то, что это есть на самом деле объяснение, то, что мы в прошлом году все время говорили. Когда мы говорим о раскаянии, и мы говорим, что человек должен вернуться правильно в русло, поставить на правильное направление, править свою жизнь, правильный подход увидеть эту вещь. Мы всегда говорим, что нам нужно поменять наши желания. Есть определенные желания, дорогие друзья, которые шли неправильным образом. Желание это то, что мы сказали в еде, шло неправильным образом. Это не только на самом деле еда, которую я смотрю, есть намного больше. И мы в прошлом году упомянули это. Тем, то, что, как Рабис Рой Салантер писал, изучая эту тему, где мы хотим делать раскаяние, мы больше ощущаем, мы больше начинаем чувствовать, мы больше понимаем и видим нашими глазами более возвышенную сторону этих вещей. Мы более возвышенно смотрим, как можно на мир посмотреть. Мы изучаем этот вещь, мы понимаем, а, вау, яблоко это не просто способ самонаслаждения, есть еще больше. Моя жена, это не уборщица моя, это шхина. Посмотрите уроки, которые мы дали на Шалом Байт. Мы посмотрим, настолько величия в жене. Мои дети, это не просто мои работники. Это дети Ашема. Понимаете, что дети Ашема? Целем Элоким там находится. Я, не дай Бог, мне справа, не дай Бог, поднять руку. Я могу что-то... Хасве Шалом. Мои глаза... Я могу, разве у меня есть разрешение посмотреть запрещенными местами в интернете? Знаете, что такое глаза? Это глазами я должен увидеть шхина или она. Я должен через 120 лет удостаиваться увидеть шхина Ашема. И знаете, что написано в книгах? Человек, который не хранит свои глаза, он не удостаивается увидеть шхину наверху. Ради этого я приехал, я где-то могу портить свои глаза. Уста ради того, что я здесь, я могу лилахлех и говорить во время плохие слова и плохие вещи. Это то уста, которые я восхваляю каждый день Творца. Ради этого есть это уста. Можно на уста по-другому посмотреть. Это вещь, которая для чрезмерно святых вещей была создана. Мир абсолютно возвышенный, мир абсолютно по-другим. Человек живет в другом абсолютно периферии, дорогие друзья. В этом мире не человек сумасшедший, не дай Бог, улетает куда-то. Нет, человек живет нормально в этой жизни. Но в этой жизни, находясь в этом мире, ты по-другому абсолютно на вещи смотришь, так как Творец этого желает. И ты достигаешь твоей цели, для чего человек приехал в этом мире. И ты делаешь его желание. И ты получаешь за это еще заслугу. А чем еще награждать тебя ради этого? Что он должен тебе еще больше дать? Ты живешь правильной жизнью? Ты живешь здоровой жизнью?
Ты живешь ту жизнь, которую ты должен делать, и ты делаешь тот вещь, который творит желает от тебя, и еще дает тебе на это заслугу. Что это же? Единственное, что от тебя требует, выдерживай это испытание. Выдерживай это испытание, знай этот ложь. Посмотри мою Тору, ты увидишь там истину. Ты там увидишь истину, то, что я написал в твоей книге. Я тебе дал инструкцию, я избрал тебя из всех народов. Во всем этом, дорогие друзья, заключается секрет большой. А именно, секрет желаний. Человека с определенной страстью, определенным вещам. И этот страсть определенным вещам, это то, что дает эту рутину, из-за чего человек постоянно возвращается в этом, постоянно. И он знает, что это плохо, и он знает, что это неправильно, он знает, что это так. Это мы все так, дорогие друзья. Мы так построены. Хергель, мы все привыкаем к определенным вещам, и нам очень тяжело. Иди сейчас скажи человеку, который, не знаю, 30, 40, 50 лет в своей жизни кушал некошерный, иди купи, добавь еще $2, 2 евро, добавь еще, купи еще чуть-чуть дороже мяса, потому что это кошерный. Что ты хочешь от меня? Может, какой-то, я же нормальный, я привык, я даже не вижу, да, это хорошо, прям, я не такой. Потому что мы привыкли к этому. Да, это истина, в глубине сердца мы все понимаем, что это истина. В глубине сердца мы все знаем, что это правда. В глубине сердца мы все знаем, дорогие друзья. Все знаем, что такое истина. Но что? Не хватает достаточно желаний. Но знаете что? Я вам привел пару уроков тому назад пример. А слава Богу, вещь, которую Ашем мне помог очень сильно год тому назад сам с собой мне справиться. И это был один из примеров, в других вещах тоже я вижу эту вещь. А то, что именно 10, в течение 10 лет, дорогие друзья, я старался бросать сигарету. Да, это всем известно, это можно рассказать, это вещь, которая скрытые грехи, или грех, я не знаю, насколько это грех, это тогда что-то нехорошо начинается, но постским пишут, что если человек уже начал, то может как бы дальше курить, это не здорово, это нехорошо, начинать нельзя бы вода и так далее. Но что мы знали, свои грехи нельзя вообще как бы рассказывать, если это грех, который люди не знают, да. Только в некоторых определенно нужно посмотреть, как. Можете посмотреть тоже в этом Бейт-Леви, можете посмотреть, в каких случаях это можно. Но эта вещь, в принципе, мне кажется, по-моему, можно это сказать. Так, в течение 10 лет, дорогие друзья, да ужасно, ужасная вещь. Родители переживают, потом дети, жена, все, друзья, как бы, все равно не подходит, как бы, что ты какой-то это гастарбайтер, какой-то там, не знаю, сидишь. Не идет, не подходит вообще, не хочу этого больше. В прошлом году, дорогие друзья, перед того, как начался Асарет Мечува, здесь не раскаяние, я сказал Ашем, Бевакаша, помоги мне, я уже 10 лет стараюсь бросать это. И помоги мне, чтобы я бросил этот вещь, я уже не могу этот вещь, я не хочу этого, но мне тут сил, я постоянно падаю опять. Я недели две не курю, и опять потом хочу, и все, опять делаю, что маньяса, я не хочу это. Но я знаю, что здесь не раскаяние, у тебя гигантская сила творить, дай мне силы, чтобы это делал. Хочу раскаиваться в этом, я хочу взять на себя, помоги мне, хотя бы 10 дней раскаяния. И вот сейчас, дорогие друзья, прошло 10 дней раскаяния, был уже дни Суккота, я уже не помню, был дни Суккота или перед Суккотом, но я помню, что это было промежуток времени. Уже не было, это было уже после Йом-Кипура, после 10 дней раскаяния. В принципе, я взял на себя только 10 дней не курить. После этого обратно возвращаемся. Я спускаюсь от Зишивы внизу, и мои друзья курят сигарету, как всегда. Курят в этом же месте, в этом, как все привыкли, это особенные церара, совместно как бы покурить. И я стою там, и предлагают мои друзья, говорят, может, хочешь сигарету? Мы знаем, что 10 лет ты не курил, но может быть сейчас. Дорогие друзья, в этом моменте у меня произошло такое именно я стоял перед гигантская свобода выбора. Я понял, что это мама выбор, что человек может выбрать в своей жизни. Что такое выбор просто? А мне было возможно, да, я могу на самом деле покурить. Но знаешь что? Я не хочу. Я просто сказал себе, да, есть возможность курить. Но не то, что я хочу курить, я просто это отодвигаю. Я не то, что я борюсь с этим. У меня страсть сейчас, и я
не надо, мне хочется. Я просто себе, мама же меня, это был 160 тысяч, мама, это что-то невероятное было. Я сказал себе, я не хочу, я не желаю этого, у меня нету желаний. Я просто настолько уверился в себе, то, что эта вещь, я просто не желаю больше. Я не борюсь, я даже не хочу бороться, потому что, когда я борюсь, я проигрываю. Я проигрываю всегда. Манесе! А вот сейчас я не хочу даже бороться. Я вышел вообще с другой стороны. Я вышел абсолютно вообще не борьбы. Даже когда он атакует яцерара уже против меня, дает мне страсть, я уже не борюсь против него. Давай, дорогой, до свидания. Чао! Я не хочу, мама, даже с тобой бороться. Я не хочу, я не желаю этого. Потому что, дорогие друзья, я желаю что-то другое, которое выше, чем это стоит. И это желание должно быть чрезмерно сильным. Я хочу и желаю что-то больше, и этим образом мы, да, в состоянии изменять в нашей жизни гигантские вещи, дорогие друзья. Я это заметил неоднократно, потом в течение всего года. Я просто не хочу этот вещь больше. Потому что я желаю что-то другое. Я не хочу этих вещах больше заниматься. Как это может быть? Потому что это сама, во-первых, сама работа над собой, но это осуждение в себе, то, что есть по-другому возможность, по-другому посмотреть на вещи. И я хочу вот по-другому жить. Я хочу вот так именно жить. Я желаю вот так жить. Я не хочу больше жить вот так. Вот это гигантское желание, дорогие друзья, желание вот так. И не то, чтобы бороться против этого, а, я хочу, что я должен делать в старой вселенной, сейчас этот. Нет, я хочу кошерно жить. Я хочу кошерно кушать. Да, да, я хочу этого. Да, Эргель, не Эргель, да. Рацион, дорогие друзья, желание. Когда у нас есть желание гигантское, по-другому посмотреть на вещи, у нас вещи намного, намного легче становится. Я неоднократно потом ее увидел, открыл глаза. Как это даже в людях, которые моих знакомых, это всегда проявляется. Это всегда проявляется, и это тот гигантский сила, которую мы в прошлом году построили несколько шиуров об этом. Построить себе возвышенное желание. Для тех, которые были в прошлом году, и помните, это тот гей, который человек поднимается через сверху, как Гемара это объясняет. Выше желания, как мы уже упомянули в прошлом году. Посмотрите о шиурах, которое было про раскаяние в прошлом году. Это мамаш невероятно. Я сейчас это мамаш осознал досконально. То, что ты не борешься против на самом деле своего же себя. Ты уже нету этой борьбы. Потому что против борьбы с собой не справляешься. Потому что страсть настолько сильный. Тянется уже годами. Человек был в этом. И, дорогие друзья, мы не должны забывать один момент. То, что грех носит с собой духовный грязь. И душа наша, когда мы чрезмерно много делаем этот вещь уже годами, оно загрязнено этим. Хотим или не хотим. Это так, как человек, который берет в штепсель, вставляет испорченный электрический прибор. И вдруг рубильник срубился, поломался, поломились это все, весь электричество во всем квартире, все обратно срубилось. Говорю, что произошло? Почему нету света? Ему говорят, ты неправильно вещь поставил, ты был грязный вещь, это мне испорченный вещь поставил у тебя в рубильнике. Из-за этого что? В штепцеле, извините. Из-за этого что? Рубильник упал, все абсолютно делается, весь электричество, все, уже нету нигде. Говорит человек, я вообще не знал. Я не знал, я поставил всего лишь рубильник, это в штепцеле что-то, я вообще не знал, что есть. Вообще у меня там рубильник стоит, вообще не знал об этом боксике, я вообще не знал, что электричество так работает, эта система. И ты не должен знать. Это просто так работает. Знаешь, не знаешь, хочешь, не хочешь. Это так есть. Это факт. Грех — это то, что делает с нами. Он влияет на миры, дорогие друзья, портит все абсолютно, все против нас, вокруг нас. И нас в основном, это самая центральная вещь, наши души портятся. И мы отдаляемся от Творца. Хотим или не хотим, это есть тот реальность. Мы никуда не убежим от этого. Что мы бы не хотели бы. И реальные примеры, мы неоднократно в наших уроках это привезли. И вот ваши примеры, пару этих двух парней, которые я сейчас упомянул, в этих историях, посмотрите просто вот это реальным именно образом. Реальным образом. И этот вещь, очень тяжело бороться, это очень тяжело побороться. Но что? Я хочу по-другому вещь посмотреть. Я не хочу против этого бороться. Я вижу больше вещь, чем это.
Это не то, что, вот знаешь, мне сейчас тяжело бороться, взять кошерный на себя, не взять сейчас кошерный или что такое. Я хочу кошерно жить. Я желаю, чтобы я жил досконально, до конца моей жизни кошерным образом. Да, был дети, все равно, это то, что моя жизнь. Я хочу благословить, я хочу правильно жить. Я хочу моих детей отправить в религиозную школу. Я хочу поставить правильные цели в моей жизни. Да, были этих вещей, все равно мне. Но да, для этого необходимо узнавать этих вещей, изучать этих вещей, посмотреть, что есть другая сторона, как можно со стороны Творца на вещи посмотреть. И потом мы видим наслаждение, дорогие друзья. Мы видим тому уроки ту вашем, говорит нам Давид Амелех, дорогие друзья. Кто был больше, чем король Давид? Давид Амелех писал тому ру, попробуйте и узнайте, и увидите вашими глазами. Кито Вашем, что приятно есть Ашем. Что есть приятно Ашем. Дорогие друзья, этот человек, который, парень, который рассказывал мне о своем друге, который сидел так в акциях, мы сидели вместе, и тогда я говорю, смотри, мой дорогой, настолько прелесть есть жить как еврей. Столько раз приходится в жизни, в секулярной как бы, жизни, одевать человек костюм, рубашку, галстук, красивые ухоженные туфли, красиво одеваться, ухаживать с собой, красивую бороду делать, делать красивые волосы, красиво одеваться и быть просто вот так. Сколько раз? Один раз в году есть свадьба, Барух Хашем. Почувствовать себе как министр, почувствовать себе король, президент. Столько раз в году у тебя приходится делать вот стол, который вот от души просто. Вот так, как вот самые наслаждающие вещи, которые я наслаждаюсь. В этом мире наслаждаться. В этом мире, я говорю, я не говорю о будущем мире, ничего. В этом мире, как столько раз приходится. Если был какой-то день рождения пригласил, или хорошее событие было, собрались, знаете, 3-4 раза в году. Дорогие друзья, Творец, который больше всего любит каждого из нас, подарил нам самый драгоценный день в Шаббат. Один раз в неделю. Он говорит, мой дорогой еврей, будь королем один раз в неделю. Одевайся в самую лучшую одежду, которую у тебя есть. Самым красивым образом ухаживай за собой. Делай трапезу, знаешь как? От души то, что ты желаешь. И знаешь что? Доверься мне, я буду оплачивать тебе все. Это вещь, которая не записана в Рош ха-Шана. Я сам гарантирую тебе, Ашем, говорит. Ты наслаждайся. Ты наслаждайся как? Драгоценное вино. Драгоценная именно вода. Возьми именно самую лучшую вещь, которую хочешь. Самую красивую одежду. Будь королем. Не, не хочу. Говорит, будь королем, будь человеком, будь хорошо. Наслаждайся всем. Дорогие друзья, Ашейну Матов Хелкену, счастливы мы евреи. Счастливый еврей, который сын Ашема и так возвещает Творец нас. И приходим мы каждый год, дорогие друзья, это такая большая радость. Творец сам приходит, приходу в Ятму, очищает наши грехи от нас. Йом-Кипур. И потом не только это, очищенным образом ставит нас. Вы знаете, что такое Бемет? Сука, в суке мы находимся в его шхине. Возвещение, которое Лойман Кесупар. Еще праздник, еще этот, еще... Чтоб ты возвысился всегда, чтоб ты достоился был, чтоб ты больше заповедей у тебя было. Творец все дал. Все здесь, в этом мире. Только что знай, в очень тяжелом мире ты находишься. Ты можешь бороться? Да. У тебя силы? Да. Мы доказали этот? Да, доказали этого. Мы видим это нашими глазами, что мы да можем? Мы да можем этого. В любом месте, в любом месте, в любом возрасте, дорогие друзья. Есть еврей, который 90 лет плюсом он делал бритмилю, я тоже могу этого делать. Есть еврей, который живет в маленьком городе в Гале, и она может жениться, религиозную семью построить. Я тоже могу построить религиозную семью, я тоже могу делать желание Шема в любом месте, где я нахожусь. Если Авраам Авину мой праотец, я верю в этом, и он смог этого делать, во мне кипит его кровь, я тоже могу этого делать. Если я знаю, что Творец меня любит больше всех,
Он тоже поможет мне делать все. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы все удостоились гмар хатима това, чтобы все удостоились хорошей печати в Йом-Кипур, чтобы Ашем простил наши все грехи, чтобы дал нам много сил пойти в синагоги от начала до конца кошерным образом, поститься, делать все заповеди, которые связаны с этим днем, с этим великим днем, и Ашем простил наши все грехи без рата Ашем. И Бесиад Дишмая, чтобы было хорошей записи всем нам, Бесиад Дишмая, в Израиле, во всем мире, где мы находились, мы евреи, все наши близкие, родственники, что мы все Биагуда Ахад уже удостоились этого великого Кол Шофар Гадол, Биагуда Ахад, что мы уже приняли Машиах Циткену и приняли Шхина Ашема без рата Ашем в этом мире. И дай Бог, чтобы прощение было друг друга. Это чрезмерно важный момент, который мы не поговорили, не успели об этом поговорить, но это необходимо тоже знать. Прощение друг друга, чтобы у нас было хорошее сердце простить другого. И простить тоже чуть-чуть иногда тяжело, но чуть-чуть скромно быть на самом деле по отношению к другим и простить тоже другим, и простить прощение тоже от других. И беседующим обесхутить этих всех вещей, чтобы была гмар хатима тува и все хороших записи без рата Шем. Ва амин кенирацон.